собрали по магазину просрочку, товар, который продается с нарушением СанПин, с нарушением технического регламента таможенного союза, просроченный и так далее, выложили его здесь. У нас произвели хищение товара, в том числе товара, который мы заранее оплатили. Вот, все у нас зафиксировано на видеозапись. Данные хищения совершил вот этот вот работник, товаровед Сергей. Значит, неоднократно делал замечание, чтобы он этого не делал, в том числе вернул товар, который был нами оплачен. Я считаю, что совершено все-таки преступление, а не административное правонарушение. А вы непрерывно делали видео? Да, непрерывно. Да. И все цитаты тоже записали, когда вы меня называли пидорасом. Я вас назвал пидорасом, вы не ругайтесь, давайте. Я к этой теме отношусь очень толерантно. Понимаешь? Вот мне все равно, кто ты на самом деле. Гомосексуалисты, либо не гомосексуалисты. Ну так ты задал вопрос, ну ты хочешь, я ответ дам. Вот ты хочешь меня обвинить, что я нетолерантен или что? Я спрашиваю еще раз. Ну спрашивай давай. Вы записали тот момент, когда ваш коллега... У меня все, что нужно для меня, я записан. Вы можете точно так же записывать. Да он не выражался матом, что вы начинаете? То, что вы оскорбляетесь, это ваше личное дело. Ну вот, у вас свои свидетели, у нас свои свидетели.